Перед Ассоциацией юристов России президентом Российской Федерации поставлено несколько задач, в числе которых оказание правовой помощи гражданам, просвещение и продвижение юридической профессии. Ассоциация юристов недавно отметила свой 10-летний юбилей. И уже на протяжении нескольких лет на территории Московской области успешно реализуется программа по открытию центров оказания бесплатной юридической помощи. Самый крупный, самый первый функционирует на территории городского округа Подольск. Там работает 15 консультантов, которые оказывают квалифицированную юридическую помощь. Это центр в Ногинске и центр в Серпухове. Значит, в 2016 году планируется открытие центров в Чехове, если не ошибаюсь, в Истре, в Химках. К сожалению, лиц, нуждающихся в юридической помощи, очень много в Московской области. И та толика, которой занимаемся мы, адвокаты, это небольшая часть того, что мы сможем сделать. Если мы объединим все наши усилия, всех юристов, юристов в отставке, и судей в отставке, и прокуроров бывших, пенсионеров. Новый центр оказывает юридическую помощь жителям городского округа Жуковский и Раменского муниципального района. На сегодняшний день в штате состоит 4 консультанта. Это практикующие юристы, среди них профессиональные адвокаты. В основном деятельность центра направлена на категорию малоимущих граждан, которые не способны обратиться действительно за квалифицированной юридической помощью и должным образом к специалистам, соответственно, так как эта отрасль на рынке является достаточно дорогой в настоящее время. Вот. В связи с этим президентом Российской Федерации и нашим президентом Адвокатской палаты Московской области и председателем областного отделения Ассоциации юристов России принято решение об открытии данного центра, который был успешно поддержан и администрацией городского поселения Раменское, и администрацией городского округа Жуковский, и администрацией Раменского муниципального района. Вообще мы ждали, когда появится такая вот возможность, потому что сегодня необходимо получение консультаций юридических, она достаточно высока и востребована. Поэтому я хочу передать еще раз слова большой благодарности и от главы Раменского муниципального района, и от нас, от глав, вот здесь присутствует и глава городского поселения Кратова Юлиан Алексей Александрович. Поэтому низкий вам поклон. Чтобы попасть на бесплатный прием к юристу, необходимо предварительно записаться на удобную дату и время. Консультации ведутся каждую среду с 3 часов дня до 7 часов вечера. В отдельных случаях возможно оказание помощи в составлении какого-либо первичного документа. Ирина Зинченко и Сергей Яковлев для программы «Городские вести».